31-летний мужчина хранил у себя дома более 3 килограмм конопли. По его словам, он обнаружил дикорастущее наркосодержащее растение недалеко от своего приусадебного участка. Задержанный пояснил, что хранил наркотик для своего собственного потребления и не собирался его продавать. Все изъятое было направлено на экспертизу. Результаты исследований подтвердили, что изъятое растение является марихуаной. В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ярцевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.